Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Да, Эльвир, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня прямой эфир с замечательным специалистом Михалевской Ириной Анатольевной. Ирина Анатольевна – кандидат педагогических наук, логопед высшей категории, фонопед отделения фониатрии, НИИ оториноларингологии. Я правильно сказала? Да, правильно. Спасибо. Очень такое непростое слово, логопедическое, прямо для тренировки дикции. Слово сложное. Да, я потренировалась. И просто очень приятная женщина и замечательный специалист. И сегодня наш эфир будет посвящен здоровому голосу, как сохранить голос здоровым как можно дольше и как его не повредить. Правильно? Да, правильно. Эльвира, я хотела немного сказать нашим дорогим слушателям, которые присоединятся или которые потом посмотрят наш прямой эфир, который мы выложим. Мы с вами познакомились в нашем отделении, да, потому что, да, конечно же, Эльвира, она певица, она вокальный педагог, и она человек, который очень правильно относится к своему рабочему инструменту, голосовому аппарату. Она человек, который регулярно посещает фониатра с той регулярностью, которая должна быть у профессионала, а это именно раз в полгода. Вообще, когда человек такой состоявшийся и профессионал, он понимает это, понимает значение этого специалиста. А фониатр, если вдруг кто не знает, это лор-врач, который специализируется на восстановлении проблем, связанных с голосом. И вот этот вот союз врача-фониатора, вокалиста и фонопеда, а фонопед – это логопед, но мы немножко позже коснемся этого, он очень важен. И Эльвира, конечно, она у нас периодически, как профессионал, наблюдается, обладает очень прекрасным голосом. Сейчас она обучается оперному пению, да? А до этого да, она да. популярную Спасибо. Музыку, очень красивую, замечательную музыку, спасибо. Очень хорошую, прекрасный речевой голос. Вообще красивых голосов, конечно, очень немного. Такие они в основном обычные, а красивых немного. Эльвира, я знаю, что вы учились у итальянских педагогов, очень известных и очень уникальных. И мне тоже, как специалисту, интересно, даже, может быть, не особенности вокальной методики, потому что это ваша прерогатива, но даже вот общение с такими уникальными специалистами, мне очень интересно от вас. Расскажите, чему вы научились, что вы почерпнули из этого общения для себя? Может быть, поделитесь и с врачами, и с нами, какими-то такими, ну, не секретами, но вообще подходом к обучению, к развитию голоса. Я должна сказать, что... Спасибо вам большое за вопрос. Я должна сказать, что у итальянцев подход к вокальному обучению, к вокальной школе отличается от российской вокальной школы. Начинается обучение не с того, что... Да, первое — это основа, это дыхание. Они это объясняют. Они обязательно объясняют, что такое диафрагма, как ее постараться обнаружить, дают упражнения для развития дыхания, простые. Но они понимают, что сразу, вот моментально у ученика ничего не получится. Поэтому постепенно с контролем вокальным, давая несложные вокальные упражнения, они стараются объяснить вот эту вот работу диафрагмы, работу дыхательного аппарата, и объясняют всегда все очень просто, очень просто, очень наглядно. Я, честно говоря, не слышала в объяснениях «подними, опусти гортань». То есть вот у нас говорят: опусти гортань, подними мягкое небо, подними маленький язычок. Ну, если мы об этом подумаем, то это, в общем-то, очень сложно представить, как это можно сделать. Да, я сейчас еще представлю своих замечательных педагогов. Это Академия пения
Пруджетта Вочи и ее педагоги Кьяра Анджела и Сильвио Занон. Это замечательные итальянские вокалисты. Кьяра Анджела — это сопрано, Сильвио Занон — баритон. У Сильвио есть замечательная статья на сайте Большого театра, ее можно почитать, посмотреть его биографию. Он принимал участие в постановках Дефирелли, и они оба ученики Лучано Паваротти. То есть он им передавал свой опыт. И еще я что хочу сказать об итальянской школе. Они очень доброжелательны. Они очень доброжелательны, и никогда я не слышала, чтобы мне Кьяра сказала: вот нет, вот это вот плохо, вот это это все, это не годится, потому что она знает, что вокалист, и не только вокалист, любой человек, как только испытывает стресс, у нас сжимается горло, то есть мы сжимаемся, а для вокалиста это, конечно, недопустимо. И у них много речевых упражнений, это правда. Она мне давала прям 10-минутную речевую гимнастику, чтобы я ее выполняла. Она, в общем-то, совсем не сложная, но она направлена на развитие вот этого верхнего резонатора нашего, в котором мы должны петь, который тоже не так легко обнаружить. Но они это тоже объясняют просто буквально вот на пальце. Вот так Тильвио показывает, то есть вот, все, вот это ваш верхний резонатор. Вы говорите, и вот здесь у вас все работает. Причем баритон, тенор, все поется вот в этом резонаторе. И это, конечно, очень интересно. Еще я рассказывала вот про то, как устроены наши связки. Это вот мне сразу все стало понятно по поводу высоких нот. Когда ученики поют высокие ноты, связки натянулись, мы потянулись вверх. У Сильвио великолепное объяснение этого процесса. Мы потянулись вверх, захотели что-то там сделать. Вот наши связки. Оп! Они ударились, и хорошо, если только ударились, они порвали. Он всегда говорит о перегрузках на связках, и вообще у них есть масса видео, находясь на карантине, они сняли 15 видео-мастер-классов совершенно замечательных, которые можно посмотреть у них на сайте projetovoce.com. У них прям отдельно есть. Да, Эльвира, это замечательно. А самое главное, что вы, имея такой опыт, скажем, советской, отечественной вокальной школы, вокальных педагогов, плюс еще соединяете его это с итальянским, и привносите его в обучение к своим ученикам. Это очень важно. Очень важно о тех вещах, которые они сделали акценты, о том, что должна быть речевая гимнастика. Да, вот голосовой аппарат, он как у нас, как единое целое функционирует, и нельзя это разделять. А мы вообще, поскольку я работаю в отделении фониатрии, да, и вот моим отделением, нашим отделением, я бы сказала, руководит Екатерина Владимировна Осипенко, а она у нас человек, который сама поет, и она ведет многие проекты. И точь-в-точь она вела, и, конечно же, проект «Голос», она курирует эти проекты. И вот, к сожалению, мы знаем о том, что как важно очень правильно выстраивать процесс обучения ученика правильному голосоведению, потому что, к сожалению, очень возникает много проблем, и форсировать нельзя. Должно быть очень плавно, очень вот целенаправленно. А ощущения, когда возникают неправильные или какие-то, или какое-то напряжение в гортани, или нарушается тембр, это, конечно, должен быть повод обращения к фониатру, потому что в нашем центре очень такое современное эндоскопическое оборудование, и оно позволяет понять и увидеть даже самые минимальные изменения, которые происходят в гортани, и вовремя принять те меры, которые нужны, чтобы этот процесс не закрепился, а наоборот, чтобы можно было все это как быстрее вылечить, восстановить, и вокалист наш замечательный продолжал дальше совершенствоваться и радовать и себя, и окружающих своим голосом. Ну, вы тоже, ведь вы защитили диссертацию на тему «Профилактика нарушений голоса у лиц речевых профессий». И я, честно говоря, ее прочитала, и вы исследовали большое количество студентов вокальных вузов. Я правильно? Да, это был факультет церковного пения, да. Это было исследование. Вот
Сейчас много уже давно это в Европе создали эти методики, они у нас уже тоже давно принимаются, методики, которые построены на акустическом анализе голоса. То есть голос можно проанализировать. И на самом деле, когда мы слышим, что вот этот вот уникальные характеристики певческого голоса, вибрато, силу, диапазон, мы это можем видеть. И когда мы проводим акустический анализ голоса в нашем центре, мы тоже это видим. Вот человек говорит, вот у меня есть проблемы в этих там на определенных переходных нотах или там в верхнем регистре. И мы смотрим, поется такой есть тест фонотографии или голосовое поле, и мы прямо это распечатываем. Мы видим, что да, вот в этом диапазоне оказывается там все совсем не главное. Он говорит, да-да-да, я знаю, я вижу. Или некоторые относят к педагогам, но педагоги не совсем в этом понимают, но тоже это такая наглядность. И поэтому мы вот уже современная наука, она разложила голос на составляющие графики, на все, и это тоже помогает нам вот для восстановления голоса, для подбора таких специальных упражнений, чтобы как можно быстрее восстановить нарушение голоса. Ну, это здорово, я проходила у вас это Да, исследование. я помню, потому что вот этот слух, он очень как бы соприкасается с тем, что мы видим объективно, и это правда. Когда прекрасные голоса, это все видно, и это замечательно. И можно дать какую-то рекомендацию правильную. Хотя, вот скажите мне, Эльвира, насколько можно развить певческий голос? В каких пределах? Вот вы занимаетесь со своими учениками, что вы наблюдаете, что вы можете сказать? Сейчас было небольшое прерывание эфира. Можете еще раз вопрос повторить? Да, я Интернет. Бы еще хотела повторить вопрос. Эльвира, вот вы занимаетесь со своими учениками, я знаю, у вас есть и дети, и у вас есть взрослые ученики. Да. Насколько можно развить вокальный голос, да, в каких пределах, что вы вот наблюдаете, когда человек просто приходит, есть же разные запросы, есть запрос, человек хочет участвовать в конкурсе, есть это видит профессиональную деятельность, а есть просто человек хочет петь для души. Если человек хочет просто петь для души, как правило, я сейчас буду говорить о женщинах, потому что у меня в основном, конечно, девочки и женщины, диапазон находится в пределах первой октавы, то есть от до си первой октавы. Обычно до ре уже надо потихонечку выстраивать, то есть уже начинается напряжение. Это обычный диапазон обычного человека. Это напряжение во время занятий надо снимать. И снимать его надо постепенно. Примерно в год можно прибавить 2 тона. 2 тона, иногда 2,5. Но делать потихонечку, не напрягая вокальный аппарат. То есть как только я слышу, напрягся, все поднял, вот натянул, я ученика останавливаю, и он у меня начинает сначала чуть пониже, и мы потихонечку идем. Надо сказать, что Кьяра Анжела, моя учительница, она и со мной тоже так поступала, то есть низкая нота, выше, выше и выше. Ну, для обычного диапазона, для обычного пения, диапазон для обычного пения, он не обязательно должен быть большой, для эстрадного пения тоже, потому что там предел где-то, ну, наверное, я не знаю, предел 1,5 октавы, это максимум. Это, вы скорее... сказать, 1,5 октавы, да. Да, полтора скорее октавы. Всего, этого ничего. Хватит вот так вот. Да, конкретно в ариях, которые я пою, у меня, я вам скажу точно, значит, я пою, у меня ля малой, и ре третий. Вот. Это очень большой диапазон. Да, это большой. И скажу вам честно, у меня очень хорошая устойчивая до, у меня устойчивый до диез, а ре я его пою проходящим моментом, я на нем сидеть пока не сижу, и, честно говоря, боюсь. Вот. Но мы занимаемся, и я понимаю, что все это не вопрос какого-то такого, не вопрос скорости. В данном случае скорость — это скорее враг, чем друг. Да, это правда. Любое форсирование процесса, оно приводит к тому, что мы знаем, что, к сожалению, какие-то напиваются проблемы. Именно я бы так и выразилась. Напиваются проблемы, когда человек форсирует этот процесс, когда вот он берется за обещание очень быстро что-то развить, вот
Мы же знаем, да, насколько сейчас пространство, да, наше интернет-пространство, оно предлагает масса каких-то вот прокачать голос, да, масса каких-то коротких курсов. И эти прокачивания голоса, к сожалению, они все заканчиваются у нас. Потому что это проблемы, да. И вот когда встречаешь специалиста в любой сфере, который это понимает, что нужно к этому уникальному дару, певческому голосу относиться очень трепетно, с пониманием и очень бережно. Это, конечно, удивительно, потому что у нас ведь очень много наблюдается вокалистов. Наверное, процентов 40 у нас людей, которые поют. Либо они профессионально поют, либо они обучаются, либо они любители. Но это где-то 40% обязательно. Они у нас постоянно бывают. И вот есть некоторые истории, которые просто вот они не оставляют душ, вот обидно, и хочется о них рассказать. Приходят люди, которые уже состоялись, да, состоялись, у них хорошая даже была вокальная база. И вдруг они хотят, ну, как-то усовершенствоваться. Это правильно, голос такой уникальный инструмент. И они вот ведутся на эти курсы, они прокачивают, как-то это делается безумно плохо, и они говорят, что мы не можем вернуться к своей обычной вот тесситуре, мы даже не можем вернуться вот в то нормальное состояние. То есть это очень, очень вот разрушительное иной раз оказывает действие, вот эти вот обещания, которые не подкреплены ни знаниями, ни профессионализмом. Это всегда, конечно, очень прям вот грустно. Люди не могут работать просто, и пока они иной раз восстанавливаются, а это длительно все. Плюс это травматично, плюс мы же понимаем, человек там должен петь, это связано с работой совсем, поэтому всегда мне очень это... От вокальных педагогов, которые к нам тоже приходят с теми или иными проблемами, а это естественно. Люди, допустим, переболели вирусной инфекцией, переболели ларингитами, и это часто отражается на состоянии гортани, и нужно их восстановить. Они вот тоже об этом рассказывают. И когда мы это понимаем, это очень важно. Сейчас очень правильно, что многие педагоги, прежде чем начать заниматься либо с ребенком, либо со взрослым, так происходит в музыкальной школе, они направляют к фониатрам на обследование. Потому что, конечно, заниматься развитием певческого голоса возможно только при отсутствии патологии голосового аппарата. Это первое условие. И у хороших вокальных педагогов, а у нас вот наблюдаются, просто люди понимают, они приходят и наблюдаются, естественно, как это должно быть, два раза в год. У них все хорошо в гортани. Вот у них хороший вокальный педагог и ученика, либо взрослого, либо маленького, у него тоже все хорошо в гортани. Как только педагог их неправильно ведет, это мы сразу наблюдаем на ученике. Поэтому вот это вот состояние здоровья, успех и прочее, это все зависит от того, насколько вот этот процесс обучения, он правильный. Это, конечно, вообще обучение лежит в основе того, чтобы правильно развивать голос и певческий, и речевой. Я с вами в этом вопросе согласна полностью. Мы, вокалисты, народ нетерпеливый. Нам хочется быстрее-быстрее все спеть. Педагоги часто распевают до третьей октавы. Мы с педагогом спели, и нам кажется, все, мы уже все можем, все знаем, все умеем. И быстрее пришли, и давай тоже туда же, в третью октаву. Но, конечно, этого делать не стоит. Самостоятельно высокие ноты не стоит петь, потому что вы можете не услышать. Если у вас случилось напряжение, вы можете перенапрячь, вы можете длительное время слишком провести вот эту вокальную сессию, скажем так, занятие свое. И напрягли, голос пошел неправильно, что-то пошло не так, и оно закрепилось. Проблема в том, что оно закрепляется у нас в голове. Вот почему-то неправильное закрепляется быстрее, чем правильное. А правильное надо услышать, повторить, закрепить. На следующий урок приходит, опять неправильно поет. Ну, что поделать? Ну, опять все сначала. У меня, ну, я учеников часто останавливаю, занимаюсь, и во время занятий, вот, ну, и 10, и 20 раз бывает, что вот, ну, остановишь, ну, никак. И придумываю для них всякие разные упражнения, чтобы они не пускали голос свой, или чтобы они как-то расслабились. Очень часто просто человек зажимается, встает, и, кстати, у многих проблемы со спиной, то есть сколиоз или что-то, это сразу зажатие. И поэтому, конечно, начало занятия у нас небольшая разминка,
чуть-чуть, чтобы Это очень правильно, ученики... это очень такой Да, хороший подход, замечательный. чтобы ученик привык. Потом у нас небольшая речевая гимнастика, упражнения на запуск диафрагмы, речевые, тоже речевые. И уже потом, когда я смотрю, ну, вроде он там включается, мы начинаем распевку. Начинаем ее в среднем регистре и потихоньку, потихоньку, когда он у меня встал в среднем регистре и там хороший звук, мы поднимаемся чуть-чуть выше. Как только я слышу зажатость, я назад и еще чуть-чуть поднимаемся. То есть я использую разные упражнения на разные слоги, на разные на согласные, ой, на гласные, простите, на гласные. И, кстати, речевые упражнения там согласные у меня идут. Да, да, Чтобы да, 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 отслеживать. конечно. Эльвира, а скажите, пожалуйста, мы часто в своей практике сталкиваемся с тем, что занятия вокальные в студиях разных, в студиях, потому что все-таки музыкальные школы, они придерживаются нормативной продолжительности занятий, либо частным образом. Вот некоторые приходят, говорят, что у меня занятие с педагогом длилось 1,5 часа. Вот как вы занимались, как итальянская школа развивает? Как вы занимаетесь? По какой схеме надо начинающемуся вокалисту заниматься? Сколько по времени? Совсем начинающему, который только-только начал первые, то есть первые прям буквально шаги полчаса, не больше, потом уже 45 минут, потом увеличиваем до часа, но все равно делаются перерывы, потому что надо отдохнуть, надо голосу дать отдохнуть. Я это и на себе поняла, и другим советую, потому что... И после отдыха мы делаем небольшое опять упражнение, короткое, средний регистр, и дальше идем вперед. Вот, то есть, ну, в основном уроки идут 45 минут. Нет, это очень хорошо и очень правильно, потому что вот это такая правильная схема построения занятий, она дает самый лучший эффект. Мы тоже это знаем, и когда мы занимаемся, потому что я занимаюсь не только исправлением нарушений голоса, непосредственно фонопедией, но и постановкой речевого голоса. И вот, конечно же, вот эта вот частота 2-3 раза в неделю по 40 минут – это оптимальная история для развития. Нет перенапряжения, есть усваиваемость информации, и это вот такая самая такая выверенная оптимальная схема. То есть погружение раз в неделю, по часу, по два, чуть ли не по Нет, три, это, конечно, нет, да. Ну, нет, это по вот... три, конечно, не надо заниматься, но 2 часа это максимум. 3 часа не стоит это делать, вокальный аппарат, он не железный, там все равно у нас происходит смыкание, размыкание связок для звукоизвлечения, ничего не поделаешь. Хотя говорят, там связки мы не трогаем, но звука не пойдет, Это если мы не связки можем. не... Конечно, звук образуется при работе, конечно. Сейчас уже принято называть их голосовыми складками, учитывая строение клеточное. Вот так вот, да, сейчас уже принято больше. Но это не принципиально. Голосовые связки раньше называл, сейчас голосовые складки. Конечно, звук образуется при непосредственной их работе. Если они работать не будут, мы не будем слышать звучание. Конечно же. Это... К сожалению, да. Это обязательно. И частота занятий на самом деле имеет большое значение, особенно в начале. Особенно в начале вокальной карьеры. То есть 2-3 занятия. 2-3 занятия. Одно не получится, потому что придет ученик домой, напоет все, что ему там в голову придет. И, ну, конечно, вот этот хороший результат, который... Я урок заканчиваю на хорошем результате. Вот я добилась, что звук пошел правильный, он пошел хорошо, все прозвучало хорошо, я на этом остановилась. Все, мы остановились. Если я чувствую, ну никак, никак, я чуть упрощаю, слышу хороший звук, и я обязательно заканчиваю урок только на хорошем звуке, на правильном звуке, чтобы это осталось в голове, человек пошел спать, с этим переспал, его голос Да, а ведь остался. это важно как психологически, потому что мы ведь все очень завязаны на состоянии, на ощущении. Не то, что когда
вот хороший результат, он должен закрепляться. А если вдруг, конечно, скажут, да нет, ничего не получается, и вообще что, как, да что с тобой? Да почему так, да? И это же может вызвать неуверенность, особенно у детей, да и у взрослых тоже. Поэтому, когда человек уходит такой окрыленный, такой вот очень правильный и педагогический, и психологический прием. И мне кажется, нужно нашим и педагогам, и логопедам тоже взять его на заметку, так вот всегда ставить точку такую хорошую на достигнутых результатах, хороших, правильных. Ну, я считаю, это самое главное. Я немного поизучала вот наш мозг, не вдаваясь в глубокие знания, но я поняла, что тот результат, который мы оставляем, он закрепляется, он остается, и с этим уже наши ученики потом и живут. Они себя чувствуют такими более уверенными. Я это тоже по себе знаю. После урока Кьяры я готова просто лететь, я готова спеть все, потому что она великолепный человек, она очень добрая, она очень позитивная, у нее очень приятный в жизни голос, он такой мягкий. Мне кажется, ей можно сказки рассказывать. Она, кстати, учит рассказывать сказки в том числе. То есть не учеников, а это такое упражнение вокальное. Представить себя сказочным героем, не пищащим, не зайчиком, а таким. И вот такой вдох и рассказываешь. Вот это логопедическое ее упражнение. Задание рассказать сказку ребенку. Ну или не ребенку. Да, слушайте, это ведь очень удивительное, очень правильное задание. И даже есть такое направление сказкотерапии. Это уже немножко другое направление психологическое, но для тренировки голоса я как фонопед могу сказать, что это прекрасное упражнение. И вот и для дыхания, и для голоса. И если есть у мамы дети, да, которые ждут этих сказок, и они ведь могут услышать прекрасный мамин голос, мы должны помнить о том, что голос формируется по подражанию, да, и для детей очень важна манера и качество голоса, которым говорят их родители. Часто приходит на прием ребенок с узелками голосовых складок, а мы перед собой видим такую возбужденную маму, которая говорит резко, напряженно, которая делает каждые через 3 минуты замечание. И мы понимаем, как здесь, не расслабляя ребенка, как не занимайся. Ну, а мы должны сказать, что мама должна тоже себя правильно вести. Здесь все начинается с мамы. Поэтому если бы мама, может быть, правильно бы читала сказки, как один из вариантов, она бы тоже тренировала свой голос, и ребенок бы слышал ее голос, и это было бы очень хорошо. Это очень... Я тоже вот возьму себе на заметку это упражнение итальянских педагогов. Да, замечательно. Замечательно. Они так, если какая-то проблема случилась, они так помогают ее решить. И ты так расслабляешься, и вот этот долгий вдох хороший такой, и как будто ты что-то прекрасное увидел, и начинаешь рассказывать. Это невероятно. Это помогает вот моментально. Я хотела, честно говоря, для вокалистов, если кто-то будет смотреть даже запись нашего эфира, вы мне говорили упражнения и поглаживания замечательные. Я их тоже рекомендую. Погладить, все погладить. Мы хорошие, мы замечательные. И очень важно для вокалиста расслабление нижней челюсти. Она, как правило, зажата. Это в большинстве случаев у всех людей. И я хочу попросить вас, если возможно, на расслабление хотя бы одно упражнение. Хорошо. И вот мы говорили о том, что сейчас мы сделаем упражнение с вами на расслабление головы и шеи. И еще повторим о том, что, конечно, умение расслабляться, оно очень важно и для речевого, и для певческого голоса. Их существует целая группа, но мы сейчас давайте сделаем одно упражнение для расслабления головы и шеи. Значит, это можно сделать как в положении сидя, так и в положении стоя, это не принципиально, могут делать как и дети, так и взрослые. Мы описываем головой полукруг от одного плечика к другому, при этом мы как бы стараемся зафиксировать точки максимального напряжения, то есть тянем шею и медленно-медленно такой описываем головой полукруг.
медленном-медленном темпе. Угу, Да, в замечательно. одну и в другую сторону. Очень хорошее упражнение и при шейном остеохондрозе тоже, потому что иннервация гортани зависит от этого. И важно, чтобы не было никаких не только зажимов, но все было хорошо. Поэтому это упражнение, как одно из немногих, тоже очень полезно и нужно. Если вы его будете применять со своими учениками, я только буду рада, поскольку мы все должны друг с другом делиться опытом и вот держаться друг друга. Фониатр, вокалист, и вокальный педагог, и фонопед. Я думаю, такой вот союз междисциплинарный, он всегда обогащает каждого Да. участника этого объединения. Да, я хочу сказать также, что фониаторы нередко направляют к фонопедам, именно к речевым специалистам. И я хочу сказать, что упражнения выполнять надо. И это действительно помогает избежать и хирургических вмешательств, и серьезных каких-то медикаментозных таких проблем. И это действительно помогает и снять напряжение, и восстановить голос. И спасибо вам большое за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы помогаете вокалистам и всем, кто работает с голосом. Это, конечно, учителя, им очень нужен и логопед, и фонопед. Они, конечно, мучаются ужасно. И даже вчера директор школы мне сказала, как надо, как учителя нуждаются в вот правильной речевой постановке, насколько же им трудно в их профессии. И в этом нуждаются еще масса людей речевых профессий, это экскурсоводы, которые тоже стоят группа 30 человек, и им надо что-то там на 30 человек. Да, наш замечательный фониатор пишет о том, только они не идут. Вот мы стараемся делать и прямые эфиры, и рассказывать, что где им могут помочь, и как вот эта правильная техника голосоведения, которую мы учим, да, и фонопед может и исправить нарушение, и научить правильно пользоваться голосом, как это важно для того, чтобы в профессии потом работать. Работа чрезвычайно педагогическая, сложная. И у нас когда была группа, которую мы исследовали, у 80-85% педагогов есть нарушение голоса. И, конечно, мы всегда их ждем и приглашаем в наш центр и к фониаторам и фонопедам, которые в других регионах нашей страны живут, пожалуйста. Не всегда люди знают, к кому приходить, понимаете? Да, не всегда они знают, кто такой фониатр, кто такой фонопед. Часто покупаются на разные такие неизвестные предложения, которые стоят в интернете. Вот эта информация, мне кажется, это самая ценная, такая правильная информация. Конечно. Вот мы стараемся донести самыми разными, как бы, самыми разными способами. И вот сейчас этот прямой эфир мы тоже выложим, поэтому я надеюсь, что вы можете тоже его размещать на своих страницах. Спасибо. Хорошо. А то, что ленится, ну да, некоторые, конечно, вот просто я читаю комментарии, да, некоторые люди ленятся, но это свойственно человеку. Но те, которые понимают, что это их рабочие инструменты, которые некоторые уже, к сожалению, доходят до ручки, когда они не могут работать, тогда они не ленятся, тогда они делают то, как надо, и по той схеме. Это уже вот... Да, там только, к сожалению, перерыв большой в работе, и никто никого не хочет ждать несколько месяцев, пока голос восстановится. И да, это правда. Поэтому чем своевременнее, тем лучше. Интересно. Поэтому я считаю, что всем надо беречь свой голос, понимать, что сведения в интернете — это как если мы с вами попытаемся что-то найти в киоске печатном, а что мы там найдем? Конечно, желтую прессу в основном, которая истину нам не донесет. А все-таки знания, они берутся в серьезной литературе, в научных исследованиях, и не зря люди тратят свое время, свои жизни, свои средства, чтобы все это исследовать, понять и помочь нам, вокалистам, и всем остальным, кто хочет красиво говорить, чтобы голос звучал хорошо, и чтобы мы прекрасно пели и радовали всех наших слушателей, чтобы наша песня звучала красиво. Да, хочется это все пожелать вам, чтобы вы звучали, и не только вам, Эльвира, процветание вашему творчеству, но и всем
вокалистам, чтобы они развивались и радовали и нас своими голосами, и ближайшее окружение, и чтобы такая была гармоничная история развития. А мы для этого все делаем, и всегда рады видеть вас. Да, хорошо. Ну, я думаю, мы уже будем завершать, чтобы мы могли сохранить этот наш эфир, чтобы мы его у себя смогли разместить. Я вам очень благодарна за такой большой объем информации, и спасибо вам, что согласились прийти ко мне в гости. Спасибо вам большое. Спасибо, это очень взаимно. Спасибо. Всего доброго, Эльвира. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания.